В Иванове стартовал благотворительный фестиваль «Созвездие плюс. Дети детям». Церемония открытия состоялась в городском центре культуры и отдыха. Средства собирают на лечение Дани Галкина и Маруси Кашиной. Обратились к нам эти две семьи как раз в тот момент, когда мы только открылись. И мы на протяжении вот уже практически года стараемся им активно помогать. И эти деньги идут на реабилитационное лечение двоих детей. Одна от глухоты лечится девочка, и второй мальчик – ДЦП. Не только помочь детям, но и подготовиться к новогодним праздникам. На благотворительной ярмарке можно найти открытки, елочные украшения, игрушки, сувениры. Все сделано руками школьников. Ученики лицея «Гармония» на уроках труда сшили петушков. Символ года не только украсит елку, но и принесет удачу своему владельцу. Но главное – поможет тем, кто в этом действительно нуждается, детям. Они тоже мечтают о хорошей жизни, чтобы у них все получалось, могли нормально ходить, жить. Маруся очень добрый и ласковый ребенок. Любит играть и смотреть мультики. Но, к сожалению, девочка не слышит песен любимых сказочных персонажей. Диагноз – органическое поражение ЦНС. Глухота – колобома обоих глаз. Она очень сообразительная, очень умная девочка. Но живет сейчас в своем мирочке. То есть, потому что она не слышит. А слышала бы, совсем была бы другая, и общалась бы. Реабилитацию в московской клинике малышка уже проходила минувшим летом. Наметилось улучшение. Сейчас курс лечения необходимо повторить, но нужны деньги. 200 тысяч рублей, которых у мамы девочки нет. Благотворительный фестиваль – шанс на выздоровление. Для нас это очень важно, потому что там и микрополяризации, и токи, и кортексином дышит, то есть чтобы мозг быстрее бы все это, ну как бы попало. То есть для нас вот это вот самое главное. Фестиваль в областном центре продлится до 15 декабря на разных площадках города. Задействовано 7 площадок концертных. Задействована и ЧОУ «Гармония», задействована колледж культуры, который представит мастер-классы и концерт своими силами, который будет дан также. Музыкальный колледж, который даст свой концерт и мастер-класс также для детей, которые интересуются и любят музыку. В ФГПУ будет проводиться показ моды, в котором будут и мизоновые коллекции, и будут также детские театры представлять свои коллекции. И также артисты филармонии выступят на площадке Дома национальностей со своим концертом. На каждом из концертов будет организован сбор средств на лечение Дани и Маруси. Главное не пройти мимо, когда можешь сделать доброе дело. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.